Всех приветствую. Гуляю в районе санатория «Бирюза». Вот буквально сейчас он появится. Ну, гуляю, конечно же, в сторону моря, сами понимаете. Сегодня я решил не идти через центральный проход, там пляж «Морская звезда», а прогуляться непосредственно вот оттуда, от столовой «Три пятерки», занырнуть под надземный пешеходный переход, а может быть... Сейчас посмотрю, сколько машин. Может перебежать прямо здесь, а? Нет, там все равно придется спускаться в эту подземную. Ну ладно, пойдемте. Не будем нарушать. Мы же боремся за звание Бога образцового содержания. Сейчас не санкционировано. Проведу вас на территорию «Бирюзы». Вот вы были на территории санатория «Бирюза», а я был только частично. Так, немножко. Рука пролезла. Идемте в подземный. Посмотрим, что там творится. Проход на пляж. Один из самых безопасных проходов к пляжу. Товарищ, там дальше Октябрьская улица, переулочек Октябрьский. Все, никак меня не приглашают, а не приглашают. Уже сезон заканчивается. У кого-то Куся дома остался. Вот он, проход на пляж. Значит, нам туда дорога. Пелась песня. Тут у нас потемки. Ну, не то чтобы потемки, так слегка темновато, но я так думаю, это никак особо не отразится на просмотре. Немножко глаза отдохнут. Все продается здесь, даже штаны чьи-то старые, кепки ношеные. Шучу, конечно же, все новое должно быть. Тапочки. Ну, где еще постоять, поболтать-то? Это правильно, это надо перекрыть проход. Так бывает у нас. Итак, «Морская звезда». Слышите, тут уже жарко. Народа. Не знаю, как народу, зонтиков полно. Зонтиков куча. Вода отличная. Я и так знаю, но посмотрим ее там дальше уже. Кстати, это может быть не пляж «Морская звезда». Я все время путаю тут название у них. Тут куча пляжа на одном участке, буквально 200 метров. И все это разные пляжи. Народ прячется от солнышка. Сейчас солнышко там припекает так хорошо. Жарко. Вот она, граница пляжа. Мы сейчас какой-то... Теперь мы точно на «Морскую звезду» сейчас попадем, точно. Это был пляж «Море 2». Шезлонг, кстати, с 15 часов 250 рублей. Вот. А за день я не знаю. Как-то тише, что ли, стало. Не знаю, вам не кажется? Мне кажется, чуточку стало тише. Детворы поменьше. Пионеры все разъехались. Вон то, вон заведение, вода. Как-то сверху я оттуда вас снимал. Ну, сейчас в технической зоне подойдем к морю, покажу вам, какая обстановка непосредственно в воде. Лично мне уже жарко, если честно. Может быть, потому что надо было футболку снять, наверное. Но я так быстренько гуляю по пляжу, как видите. Дело в том, что... Ну, что вам еще донести-то? Вы и так уже все знаете, все видели. Что-то в технической зоне народа полно отдыхает. Я даже не понял, что так сегодня. Сергея пока не вижу. Ну, я имею в виду Сергей, который на танцевальной площадке. А море вижу. Кстати, ветерок здесь отсутствует практически. Я был давеча на других пляжах. Там он прям ярко выжжен. Здесь же все нормально. Можно рассмотреть дно морское. Смотрите, какая красота. Галька мелкая-мелкая. Прям вообще конкретно мелкая.
Камера, правда, сухопутная, поэтому внутрь я ее пускать не буду. А, нет, Сергей здесь, наверное, или может, не Сергей, но какой-то другой парень. Что-то там с платформой эндоданса делает. Людей поменьше, но если так вот сбоку смотришь, вот как я сейчас смотрю, то кажется, что там прям народа немерено. По факту, конечно же, меньше. Еще недавно я показывал вам гораздо больше количества народа. Ну что, все? Погуляли, посмотрели, все увидели, вспомнили. Че, как, где? Пора, как говорится, честь знать. Ехать дальше. Нет, там просто дела еще есть. Бананы, парашюты, ананасы. Ну и опять же, не понимаю, почему-то... О, чебуреки никто не жарит, что-то даже обидно. Даже грустно. А, Сергей только готовится. Он только налаживает аппаратуру. Кстати, для тех всех, кто спрашивал, почем что, вот... Скоро включится. Скоро можно будет потанцевать. Приветствую, Сергей. Подготовка. Подготовка. Я тут сверху покажу народу. Что да как. Народ, смотрите. Красота. Море чистое. Слышите? Реально сентябрь, классное время года. Ну а бонусом для тех, кто досмотрел до этого момента, сейчас будет лепездричка, типа ласточка. Хотите посмотреть? Сейчас покажу. Там вон кораблик вроде причала. Ну где эта лепездричка? Сейчас. Она медленно-медленно идет. Чтобы мы успели ее рассмотреть. Вот как грациозно ласточка летит. Людей, скажу я, много у окошек сидит. Но есть и свободные места. Сейчас заполнятся в Ладовском. Может, девушка танцевать будет? Я не знаю. Эх, жаль, сорвалось. Хотелось бы посмотреть. Ничего. Поближе. Жарко. Лето продолжается. Лето продолжается, говорю. Ладненько, побежал я тоже. Видите, GoPro-шку устанавливают. Приходите танцевать на морскую звезду, ребят. Тут тоже есть платформа эндоданса. Ладно, побежал я. Давай, счастливо. Пойдемте. Мотороллеры сходим. Нет, ну так вот смотришь, знаете, вот идешь обратно. И немало, да? Где между трудящихся? Нормально так даже, я бы сказал бы. Пойдемте. Выведу вас к Москве, ой, к Бирюзе, а там уже и... Кстати, кукуруза молодая, 50 рублей. 50. Я просто вспомнил тот ролик в одном из других населенных пунктов. Там было по 100. Не, ну на пляже, может быть, да, там на пляже, когда носят, это одна должна быть цена. А вот в таких вот стационарных точечках, наверное, уже можно и поменьше. Ну ладно, не мне устанавливать, как говорится, цену. Мне ехать дальше. Все, друзья мои, 63
секунду я здесь буду стоять. Всем говорю до свидания, всем пока. До новых встреч в эфире. Привет из Лазовска. Кстати, вон та же бирюза, только вид сбоку.